Бакинском международном центре мультикультурализма прошла встреча с американскими студентами, представляющими американо-израильскую академическую организацию. Их приехало ни мало ни много, около 40 человек, студентов престижных вузов, во главе с руководителем израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Арие Гутом. Несколько недель тому назад провел лекцию про азербайджанский мультикультурализм и толерантность перед этими студентами. Студенты представляют собой американо-израильскую академическую организацию КИВУНИМ, то есть направление в переводе с иврита. Я провел лекцию, в результате чего я им предложил, если вы хотите, после того, как я вам рассказал об Азербайджане, увидеть Азербайджан реально своими глазами. Не прошло и недели, как мне сказали: «Ари, мы готовы лететь, мы хотим лететь, нам это интересно». Перед гостями выступили представители Международного центра мультикультурализма, службы Государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии. Они рассказали еще о древних корнях азербайджанского мультикультурализма, толерантности, веротерпимости, царящих в нашей стране. Все эти принципы развиваются и приумножаются, и примеров здесь немало. На эту тему проводятся форумы международного масштаба. Азербайджанский мультикультурализм изучается в местных и зарубежных вузах, проводятся летние и зимние школы мультикультурализма, расширяется география открытия за рубежом представительств Бакинского международного центра мультикультурализма. Активно работает виртуальный международный клуб друзей Азербайджана, было отмечено на встрече. Также американские студенты с большим вниманием посмотрели видеофильм об истории, культуре, традициях нашей страны. Я много слышал и читал об Азербайджане, как стране мультикультурализма и толерантности. Здесь мирно живут люди разных национальностей, разного вероисповедания. Азербайджан – это страна, где есть мечети, церкви, синагоги. Когда мне предложили поехать в Баку, я с радостью согласился, чтобы все увидеть своими глазами. У Арие Гута мы поинтересовались программой 4-дневного пребывания гостей в Баку. Мы вот решили посетить прежде всего Бакинский международный центр мультикультурализма, чтобы реально ребята увидели, что такое в реальности азербайджанский мультикультурализм. Потом мы посетим, у нас есть программа, мы будем встречаться со специалистами по Академии управления президента, где они будет очень глубоко рассказано о проблеме Нагорного Карабаха, об агрессии Армении против Азербайджана, о геноциде в Ходжалы. И после этого у нас будут встречи в еврейской общине Азербайджана. Вы знаете, она 20 тысяч, и мы гордимся, что здесь есть еврейская община, и что азербайджанское государство проявляет очень большую заботу. Израиль очень высоко ценит то, что делает президент Азербайджана, руководство страны. И поэтому посещение еврейских мест, посещение еврейских школ, наряду с этим они сами попросили, что им очень интересно посетить и мусульманские святыни, и христианские святыни, и чтобы реально увидеть на самом деле вот то, что мы говорим, что когда в Европе мультикультурализм и толерантность практически не имеет места, в Азербайджане мы это видим сегодня в реалии.